Правительство Омской области создаст черный список перевозчиков. Чиновники надеются, что это позволит не допустить тех до конкурсов по распределению маршрутов. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор Игорь Бондарев. По словам чиновника, к созданию реестра подтолкнула ситуация с фирмой «Дилижанс». В октябре без транспортного сообщения остались жители 5 районов. Перевозчик планировал уйти с невыгодных направлений, в итоге отказался от всех. Заставить его изменить свое решение не удалось даже через суд. По мнению областных чиновников, федеральный закон, который регламентирует перевозки, нужно дорабатывать. Письмо уже направлено в Минтранс России.